Всем привет, друзья! Мир вашему дому и чистейшего неба над головой. Вечер, 4:30, жара держится. Извините, что сижу в темноте, свет не включила, потому что от света тоже становится жарко. Так что, мои хорошие, сегодня у нас жарко. Градусов у нас 33. Жара, действительно, лето в самом разгаре. Пожалуйста, вы напишите, с каких городов смотрите меня и какая температура влажности у вас. Мне будет очень интересно. Нам всем захотелось пирожков. Буду готовить два вида с картошкой и с капустой. Сейчас вам покажу самое легкое тесто, без замеса, чтобы даже руки не пачкались, и отправим на холодную ферментацию. У нас она всю ночь постоит в холодильнике, и холодильник сам сделает за нас то, что нужно. Просеиваем муку. Перед выпечкой сюда добавляем, вот тут у меня, чайная ложка сахара и 2 чайные ложки соли. Вот это все мы высыпаем. 1 пачка сухих дрожжей. Вот так, целую пачку высыпаем. Мешаем. Вот так, все. Теперь литр молока. Молоко комнатной температуры. Беру это молоко и начинаю месить лопатой. Чтобы руки не пачкать, мы будем месить вот так вот. Если мне не хватит молока, я сюда долью просто обычной воды, тоже комнатной температуры. Вот так я сейчас замещу это тесто и поставлю в холодильник на холодную ферментацию. Вот так, друзья, потому что мне ехать на работу. С работы приеду и будем печь. Так, замешиваю тесто вот такими вот легкими движениями руки. Аккуратно. Вот так месим. Вот такое вот жидкое тесто я замесила. Видите, какое оно жидкое получилось. 50 миллилитров, да? Теперь вот это опять перемешаю хорошо и поставлю в холодильник. Все, мои хорошие. Мелко нарезаем лучок. Картофельная начинка готова. И добавляем. Лучок. Пока у нас тушится лук, мы нарезаем капусту. Нарезаем, натираем. Так меленько отправляем капусту.
Вот так. Две чайные ложки соль, перец по вкусу. Смешиваем еще минуту и выключаем. Начинки готовы. Вот такое вот тесто у нас получилось. Смотрите. Вот так. Видите? Разговаривает с нами тесто. На стол рабочий переложу половину теста и буду делить на порционные кружочки. Вот так вот. Смотрите, тесто к рукам не липнет. И муки не нужно даже на стол посыпать. Сейчас я буду делить на порционные части. Вот так буду подкручивать их и ставить на расстойку. Так. Вот так на расстойку ставим. На расстойку почему ставится тесто? Чтобы было с ним удобно работать. Легко и просто. Вот так вот. Все, я сейчас сама все подкручу. Кружочки наши порционные. И встретимся. Разделила я на порционные кружочки и накрыла целлофаном, чтобы тесто не заветривалось. Значит, каждый кружочек где-то около 40-50 грамм. Больше не надо делать. Вот, я раскрыла, чтобы время не тратить. Вот так их раскрываем. Уже которые первые, вот берем первые, которые отдохнули. И они вот так хорошенечко раскрываются. Теперь кладем на ладонь, берем капусту. Так, видно? Не видно, сейчас. Сейчас покажу. Это уберу. Вот так. Вот так. Такая жара. Ну, раз занялась тестом, надо доделывать. Вот так берем. И закрываем, как на вареники. И стараемся сюда, вот так, в середку. Не растягивать, а наоборот, в середину. Теперь вот так кладем на рабочий стол. И вот так аккуратненько придавливаем. И швом кладем на сковородку. У нас конвейер. Вот тут уже у меня сделаны первые. Вот так. И швом, доча, кладешь на сковородку. Давай. Сейчас мама быстренько налепит. А ты жарь. У нас сегодня будет три вида пирожков. Значит, одни будут запеченные в духовке у нас, Мария. Жареные не ест. И два вида будет на сковородке. Вот так, дочек, клади. Вот так. Видите, уже отдохнувший шарик. Вот так раскрываешь быстренько. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Взял. На ладонь положил. Вот так выложили капусту. И вперед. С капустой любит у нас Дионис. Дионис это муж Софьи, мой зять. В общем, вот так вот. Все,
Что, еще много надо, зай? Конечно, сковородка большая. Сколько еще надо? Одного. Еще одну? Так. Бери вилочку. Вилочкой будет аккуратно поддевать. Можешь две взять, зай? Тут есть. Есть? Вот так. Сейчас я еще вот эту. Все, сейчас пока я, не я, мы делаем с капустой, а потом покажу треугольники с картошкой. Вот так вот. Тесто обалденное. Видите? Даже ни маслом подсолнечным, ни мукой ничего не присыпаю. Работаю так. Все, назад выкладывай. Вот так. Вот такие получаются. Пожалуйста. С капустой мы испекли. Теперь мы будем печь с картошкой на сковородке. Кружочки 100-граммовые. Вот сейчас мы их раскрываем быстренько. Вот так. Разрезаем пополам. Так, аккуратно, потому что эти шпателя как ножи. Чтобы коврик не порезать. Надо нам, доча, купить один такой ножик, Мария. Пластмассовый, доча. Вот так. Потому что там уже, вот тут уже я сделала дырку. Поделили пополам. Вот, как семечки. Денис на работу заберет, Софья на работу заберет. А мы, когда что-то печем, мы ничего не готовим. У нас еще плов в холодильнике. Все, вот так. Выкладываем пюрешку побольше, чтобы было. Ну и чтобы можно было их закрутить. Теперь берем... Очень легко делается. Так, вот этот край накладываем сверху и вот так вот придавливаем. И получается треугольник. Берем вторую. Также прикладываем. И вот так вот надавливаем. Чтобы можно было различить пирожки, где с картошкой, а где с капустой. Вот так. Вот такие треугольники получаются. Вот такие вот треугольники. И выкладываем. Вот так. Аккуратненько, чтобы у нас ничего не брызгнуло. Вот так. А потом выкладывать сюда. Не полезно, но иногда хочется жареных пирожков. Марии не нравятся жареные. Для Марии мы испекли в духовке.
Вот такие вот треугольники. Видите? Красота. Если что, хотим поджарить и шовчик. Значит, вот так ставим их, как кораблики. И прожарим везде. Другие, чтобы масло не горело, а жарилось. Вот так вот. Вот так. Вот так вот продолжаем жарить. Ну вот пирожки в духовке пекутся. Ну вот, напекли мы пирожки эти с капустой. Обалденное тесто получилось, друзья. Здесь у нас с картошкой. Это жареные на сковородке. Вот тут у нас компотик вишневый. В общем, вот такой обед. Кому жареное, кому запеченное в духовке. Наливаем компотик и будем обедать. А помидорки свои, черри. Вот такие вот. Уже свои. Красота! Всем приятного аппетита, кто обедает с нами, и всех желающих к нам в гости на пирожки. Приезжайте, посидим, поговорим, из графина тоже нальем и компотик выпьем. А я налью себе компотика. Вот такого. Поздняя вишня у нас есть. Красота. Ну что, пробуем? Какое нежное тесто. Нежная-нежная. А этот графин моего приданого. Мама мне приданое давала. У него еще 6 стаканов. И колпачок есть. В общем, вот так вот. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну что, мои хорошие, если вам пирожки понравились, в гости вас зову к себе. Приезжайте, приходите, угощу всех пирожками. На этом хочу попрощаться с вами. Если вам видео понравилось, пишите комментарий. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И всем пока-пока. До новых встреч.